Озера образуют подземные реки. А подземные реки — это талая вода Эльбруса. Также водопад Царская корона образует, подземная река. Сейчас мы не сможем увидеть. Раньше можно было увидеть склон, и прям вот из камней появлялась вода. И по ровной площадке она разливается и плавно большинством таким большими струями начинает падать, образуя водопад. А там тропинка, можно спуститься. Фотографы, художники говорят, это как художественный водопад. Ой, какая красота. Как я уже говорил, таких водопадов на Кавказе два. Один в Лаганаке, малого размера, мы с вами увидим больше. Ой, какая красота. Еще 800 метров. При поездке на Джилысу эта плата очень хорошо видно всю дорогу. Оно с левой стороны расположено. Его трудно не заметить. Такой вот горный массив выступает. Вот здесь оно начинается. На большое озеро предлагаем пройти пешком по тропинке.